Правда или ложь? Так. У нас будут идти вопросы по очереди, как я помню, блядь, потому что я уже нихуя не помню. И ваша задача за минуту ответить, правда или ложь. То есть у каждой команды дается время на обсуждение минуты, и вы потом даете свой ответ. Какие команды? Мальчики и девочки. Синий вопрос для мальчиков, красный для девочек. Так, если все поняли, то давайте погнали. Для мальчика вопрос пошел. В космосе это нет гравитации. Правда. Ну, смотри, что ты подразумеваешь под словом гравитация. А под словом гравитация может что-то другое, блядь, подразумевать? Там нет, ну там нету притяжения. Чат разбираем на пару. Там нету притяжения, понимаешь, типа нету точки, куда притягивается. Ну, возле планет есть, конечно, но типа в космосе по сути. Стой, нет. Смотри, это погоди, неправда. Это наебалово, Артур, ну, смотри. Да, потому что там нет. Вопрос идет в том, в космосе же есть планеты с гравитацией, правильно? Есть планеты, на которых есть гравитация, значит, логично, есть. В самом космосе открытом, understand? Или по-французски? А тут написано, вот, окей, давай нету, все, тогда нету. Нету? Это неправда. Хорошо, я засчитываю его. Это неправда. Так, вам идет балл. Все, блядь, последний захожу. Куда, блядь, писать мне надо? Я просто глубже думаю. Видишь, шаришь, нет? Я правильно ответил, а ты не выкупаешь. Да ты просто тупой, тебе повезло. Я же в одной команде или будем дрочить друг другу, я не могу понять. Мы в одной команде, Артур, извини, пожалуйста. Блин, нельзя командный дух терять, нахуй. Так, хорошо, вы получаете балл, вопрос для девочек. Хамелеоны меняют цвет для маскировки, правда или ложь? Пиздёж! Это правда. Правда, правда, да. Это пиздёж, нет, они не для этого меняют. Так, вы девочки! Да, вы девочки, нахуй, ебальничьи там завалили, нахуй, ждёте своего очереди. Это правда. Опасность, да, они меняют цвет, чтобы их не заметил никто. Да, да, вы проебали балл, девочки. Но... Давай, пососи. Они для охоты меняют так цвет, блядь. Правда? Так, Марк, завали пиздак нахуй свой, девочки. Правда или ложь? Ну, правда, правда. Подождите, охота это и есть маскировка тоже отчасти. Да, в смысле, да. Типа, да, ты охот... Ну, понятное дело, чтобы поймать какое-нибудь насекомое, например, ты сливаешься с листочком, но это маскировка считается. И чтоб тебя не сожрали тоже. Да, да. Да, это правда. Все правильно. Правда, правда. Хорошо, я засчитываю ваш ответ, правда, но это ложь. Я на самом деле, когда он меняет цвет в зависимости от температуры окружающей среды или настроения. Это очевидно было, блин. Ты говорил, что уже охот дал ВФ, так что пизда к себе. Это очевидно было, пиздец. Да, было, да. Пиздец. Это рандом. Так, хорошо, у парней у нас один балл, у девочек ноль. Вопрос для парней. Антибиотики убивают вирусы. Нет. Смотри, антибиотики. Артур, стой! Антибиотики это же выработка определенных элементов, которые борются с вирусом. Они же не убивают. Они их щадят, блядь. Да? Скиллс, а ты как? Я думаю, что это ложь. Окей. Все, я. А кто меня замутал? Я давно молчу. В смысле, ты говорил только что? Ты говорил, мы просто игнорировали. А, я говорю, скиллс, скажи что-то. Алло, алло. Я не знаю, понял? Я не знаю. Ну, я думаю, что это типа ложь. Схуяли счет 0-0, алло, чат, блядь. Это правда. Они не убивают вирусы. Это правда. Правда, думаешь, что они ладно, убивают? Ладно, давай к Артуру прислушаемся, он ну же давай, у нас умный, давай. Давай правду, короче, убираем. Да, хорошо. Это ложь. Все, мы в дерьме полном, мы в дерьме полном, нахуй. Бля, знаете что? Я это шоу стримил два раза, и каждый раз, когда вопросы девочкам, то парни рут. Блять, это так просто, пиздец, выебаться. Да, блин, я не слышал. Все хорошо, девочки. Я не медик. Рома, а у тебя злой ответил, что нет гравитации, она есть. А почему ты засчитал ему? В смысле? Алло, в смысле, мы правильно ответили. Там вопрос стоял, нет, ну типа. Не, Рома сказал, что там, помню, был... Он сказал, что нет гравитации. Так, ответ. Понятно, блядь. Там по итогу был ответ ложь или правда, и он совпал с правильным. 0-0, вы чего? 0-1. Так там же, блин, пересмотри потом. Не-не-не, 1-0, все, летим. Да пофиг. Мне пофиг, кажется... Так, сейчас вишенку сделал погромче. Так, блин, у парней реально вопросы, которые я так, знаю, хотел всем напомнить, что чат нам читать нельзя. Модрый, можете пересмотреть тот момент, кому не сложно, до конца раунда, 25 минут. Я, если что, если вы видите, что у меня косой взгляд, это на вебке. У меня тут вебки, а тут игра. А у меня на втором экране. Не, да я про Дискорд. Не, да я просто если говорю. Что. Я на всякий случай, потому что там Артур злой. Можно у нас скилл с капитаном будет? Без проблем вообще. Так, хорошо, теперь девочки. Девочки, вы так говорили, что это был простой вопрос, а как вам такой? У новорожденных детей костей больше, чем у взрослых. Правда? Что? Нет, наоборот, меньше. Их меньше. Их вот вы проебали свой балл! Я не знаю, а мне кажется, знаю. Наоборот, больше, не знаю.
Ну, логично, типа, ты рождаешься, у тебя нету каких-то суставов, костей, потому что, ну, бэйби-боны, они выглядят, типа, просто как так вот. Бэйби кто? Бэйби-боны. Звучит как слово из трека Скиллзора, блядь. Бэйби-боны? Бэйби-кости? Ну, они ответили, это ложь. Они ну, ответили. Я считаю, что это ложь. Если есть какая-то другая инфа, типа, просто я... Я не знаю просто. Я... А давай будет ложь, пускай. У них ложь. Больше. Я знаю, что у них там на голове что-то потом еще, ну, типа, появляется. Как-то... Рога? Так что, девочки? Рога у тебя, злой. Какой ваш ответ, правда или ложь? Нет. Ну, мы считаем, что меньше. То есть это получается ложь, да? Да. Бля, да? Сейчас будет правда. Сейчас будет хорошо, правда. Я засчитываю. Да, это правда. Это правда. Это правда. Блядь. Так, счет у нас до сих пор 1-0. Я не знала даже, прикольно. Вот, ребят, можете читать описание. Угу. Так, следующий вопрос для парней. Простите, девочки, простите. Да, мед — единственный продукт питания, который никогда не портится. То есть не просто через год или через два, а вообще блядь, никогда. Это тоже вообще пиздец. Это правда. Да, пиздец. Так там же мед. Подожди, нет, единственный продукт... Там мед, сука, так, кристаллизируется. Ну, типа, не-не-не, ты понял? Тут смотри, единственный продукт питания, который никогда... Ну, типа, блядь, ну, еще есть по-любому продукты, которые... Он глубже думает, злой, чем ты. Да. Я могу глубже только уходить, блядь. Да куда там, блядь? Тогда нет, это пиздеж. Мед не единственный продукт. Стой, мне кажется, Скиллз доебался до того, до чего не надо доебываться. Да, ну окей, давай тогда не будем. Скиллз давай не будем. Сразу слился. Бля, у нас же Скиллз капитан, пусть отвечает. Да не, давай, злой, пускай отвечает, пизду. Ответственность. А ты еще въебем из-за меня. Да, очкошник. Я отвечу, это ложь. Это ложь. Значит, так, хорошо, я засчитываю ваш ответ варианта ложь, но это правда. Ясно. В 2015 году археологи сообщили, что при раскопках египетский гробниц был найден 3000-летний... У нас 3 балла. Откуда у вас 3 балла? Не, у вас 3 балла. Девочки, у вас нет, я имею в виду, 3 балла было бы, если бы у нас были мужские баллы. А у них было бы 3 балла, если бы у них были ваши ответы. Так, хорошо, давайте, девочки. Давайте. День на Венере длится дольше, чем год на Венере. Конечно, я знаю, вообще. День на Венере длится дольше, чем год на Венере. Как это вообще возможно? А я хуй знаю. Слишком сложно. День на Венере длится дольше, чем год на Венере. Как это может быть вообще, блядь? Спасибо за вопрос. Это правда, я был. Это правда, ребят, я был на Венере. Так, а, блядь, день на Венере длится дольше, чем год на Земле. Извиняюсь, блядь. Как? День на Венере длится дольше, чем год на Земле. Странно. Это временной, это временной континуум, да, девочка. Знаешь, короче, такие ебаные вопросы, которые вообще непонятно, как составляются, значит, это правда. Да, да. По-другому, это правда. Это хотя правда. Мне кажется, что это ложь, если честно. Да не, а как? Они в чат смотрят. Но это странно звучит, давай, давай. Как-то день на Венере дольше, чем год на Земле. Если это типа ложь, как можно это перефразировать? Никак, поэтому это правда. У вас 5 секунд. Мне кажется, там... 4, там, 3. Дальше... Правда или ложь? Правда, правда. Да правда это. Хорошо. Это пиздёж. Да, это правда. О-о-о-о! Так, что-то у нас 1-1, давайте, парни, ваши. На Сатурне и Юпитере идут дожди из алмазов. Правда, это правда. Правда, это правда, я тоже это слышал. Это правда, да. Я там был, собирал лично, блядь. Нихуя мне командочку дало, блядь. Это давай, правда, правда, нах. То есть я уже почему засчитываю. Почему я такой Крис? Сразу, это префом, да, это правда, блядь. Правда. Сюда. Нихуя у меня команда, блядь. Да, блядь, тащим тебя, блядь, балбес. Спасибо большое. Чё, хуя на скилл запиздеть, уебищей, блядь. Ой, так, сука, ты заебал там попиздивай со своей морки, вопрос ебать для девочек. Нахуй. Носик, блядь, вытаскивай, что-то кровь пищит, без блядь. Кислорода синяя. Ну, кровь, она насыщается кислородом, наверное. Правда, это правда. Пусть будет правда, я думаю. Так, вы уверены? Арин, что думаешь? Арина залагала. Мне кажется, что это может быть правда. Я думаю, что это правда. Из-за чего? Ну, она как-то там влияет. Когда кровь... Да, она же и синяя. Я не шарю, почему. Девочки, я тоже не шарю, мне кажется. Току аристократов. Давай не пизди. Пусть будет правда. Бля, Марк, я тебя так люблю, нахуй, просто. Нет, стоп, ну почему? А почему кислород, типа, делает ее синей? Кровь вообще, типа... Нет, нет, наоборот, кислород делает ее красной, типа, насыщает ее. А я не знаю, просто... Типа вода голубенькая, кровь красная. 8 секунд! Давайте, девочки. Ну, вот когда люди умирают... 5 секунд, правда или ложь? Давайте, жду ваш ответ. Кстати.
Это правда. Пускай правда будет, пофигу. Мы не знаем. Это ложка. Бля, фильмов пересмотрели. Кровь кислорода, идущая по венам к сердцу, совсем не голубая, она темно-красная. Ну вот я тоже думала о том, что когда кровь застывает, она такая темно-красная. Ну ладно, похуй. Рома, где твоя большая рэперская цепочка? Ты в аренду брал? Я ничего. Ром. Она у меня. Так, парни, давайте. Коричневый сахар полезнее, чем белый. Да. Правда. Стой, давай логически подумаем, почему? Он тростниковый, потому что правильно? Он редкий. В смысле редкий? Каким образом, блядь, он редким, блять, может быть, долбил? Да мне кажется, вообще не отличается ничем по пользе, типа. Стой, а почему он коричневый? Из чего он делается, блядь? Какой-то вопрос, блядь, такой. Я не знаю, знаешь, блядь, тростника, да, блядь. Не, тростниковый сахар, это тростниковый. Я долбоёб. Слышь, ты осуждающий, ебало. Будь здоров, сука. Спасибо. Блядь, давай нет, сахар и в Африке нахуй сахар. Нет, это ложь, нахуй. Ложь? Ну давай, давай ложь. Будь здоров. Хуя ли он полезней, блядь? Спасибо. Так что, ложь? Конечно. Ложь. Хорошо, я защиту ваш ответ. Это ложь, да. Есть. Так, одно и то же, блядь. Найс. Красава, Марк, разъебал, блядь. Давайте, девочки. В солярии можно что-нибудь ебать, никакой поджарить. Никакой поддержки. Можно, блядь, девочку можно поджарить. Никакой нахуй поддержки! В солярии можно что-нибудь поджарить. Но если имеется в виду, что типа кожа начинает чуть-чуть... Я жарил администраторов в солярии. Это же ультрафиолет. Девочку можно. Это не кипяток. Если... Я админ. Если в прямом смысле поджарить, то нет, нельзя. Скилл, сколько телочек жарил в солярии? Скилл шашлыки в солярии жарил. Не только в солярии, вообще ноль. Не, вот если вы думаете, если вы уснете в солярии, ничего не будет, там ожоги? Будут. Не, будут ожоги, могут быть. Это же не от огня, это от ультрафиолета. А вдруг это с подвохом, Марин, вопрос? Блять, это же так типа, легко, это женский вопрос. Если долго в солярии, все равно что-то подгорит, нет? Не знаю. Нет, это горит она именно не может пигмент, понимаешь? Да. Это кожа просто, она... Но как бы а сама жарка идет не от огня, а от ультрафиолета. Короче, я думаю, что это ложь. Нет, может быть подвох в том, что если долго будет солярий, все равно ты сгоришь. Ни разу в солярии не был. Все, давайте, время закончилось. Правда или ложь? Осуждаем сгореть. Я думаю, что это ложь. Пусть будет ложь, я не знаю. Хорошо. Это ложь. Оху. Найс. Ебать, у меня вылезла активация Windows. Только солнечные ожоги, да, все правильно. Какой счет, Рома? Надо что-то делать. Счет у нас пока что 3-2 в рамках этого раунда, но я напоминаю, за победу в раунде 3 балла просто дается. Не в зависимости от того, сколько вы тут ответили правильно. Парни, во сне человек может случайно проглотить паука. Да, человек за жизнь в среднестатистически 3 пауков глотает. Это правда. Даже это не правда, думает. Да. Правда? Злой норм просто. В смысле, пизда? Какой? У спящего человека бьется сердце. Он дышит и, возможно, храпит. Все это знает. Создает вибрации, которые отпугивают. Не, толпу. Хуйня, я где-то в видел, что он что, глотает. Что, блядь, я тоже видел в паблике интересные факты. Я не глотаю. Да, они привет могут просто там залезть читали, куда-нибудь в ухо, блядь. Зачем вам всяких пауки? В нос, я жрал пука. Нихуя, они вообще полезут. У меня есть. Марк, они не записали твой случай, блядь. Так они сами боятся вас. Да. Да это, блядь, пиздёж из пабликов интересные факты, конечно, да. Вы что там начитались, блядь? Ребят, понимаете, тут... Правда или ложь, это вообще такая хуйня, где вы такие, что-то видите, такие, о, я это точно слышал, страус точно пихает голову в песок, а на самом деле... Пошел нахуй. Да, пошел нахуй ты, долбоёб. Самый умный, блядь. Девочки, давайте, прослушивание классической музыки повышает уровень интеллекта у детей. Я не думаю. Вот младенцу, знаете, как кто-то включает там Бетховена, Скилзора, блядь. Я. Ну, вообще, ну, не знаю насчет интеллекта, но, типа, классическую музыку включают детям, как минимум, чтобы они что-то там спокойнее стали, чтобы они там еще как-то духовно развивались, короче, такое. Если детям Максимирон включил, ой, блядь, я не думаю, что он повышает интеллект именно, ну, не знаю. Не, ну да, да, то, что, типа, интеллект... Именно вот странное выражение. Но то, что я слышу очень часто, много что детям включают классическую музыку специально. Даже беременные, вот, мне кажется. Ну, чтобы они успокоились, да, просто, и все. Злому нихуя это не помогло. Я не слушал музыку вообще-то такую. Я слушал «Ой, но прыгай, оно видно, весна, брат, оно весна, видно. Весна, прыгай, блядь. Буль-буль-буль-бу-бу-бу-бу-буль. Вот это охуенно. Боже, он вообще... Бля, знаете, смотрю на Злого, ему, походу, в детстве Моргенштерна, блядь, включали.
Я старше не буду. Так что, девочки, долбоёк. Давайте, ваше время, в принципе, прошло. Но это ложь, это же никак ложь. Не влияет. Пусть будет ложь, да, уровень странно. Интеллекта, какой да, интеллект? Это вообще да. Странно. Буль-буль-буль. Прикиньте, это ложь. Правда. Прикиньте, да, это сейчас правда. Будет пиздец. Хорошо, вы странно. Говорите ложь? Да, давай ложь посмотрим. Конечно, ложь, но это же бред. Красивый миф, но нет. Ученые доказали, что детский мозг одинаково реагирует на разные песни. Понятно. 3-3 у нас счет. Хуета. Хорош, девочки, догнали. Давайте. Парни, поддаемся им. Банка обычной колы тонет в воде, а банка диетической всплывает. Смотри, там какой-то, возможно, нитроглицерин, блядь, не добавляет. Да нет, это, нет, ты что, гонишь? Что, блядь, нитроглицерин? Это, скорее всего, ложь, по-любому. Это ложь, какая, блядь, она, масса какая банка? Пьет колу с нитроглицерином. Стой. Стой, 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 тут еще, кстати, не уточнили, она вообще полная, типа, или она пустая, блядь? Стой, не-не-не, ты очень глубоко спишь, ты очень глубоко роняешь. Артур, да, смотри, ладно. Ты меня послушай, там какой-то элемент не добавлен. Блять, даже эксперимент такой на ютубе видел у кого-то на канале, блять. Есть давай такая хуйня. Марка, давай, давай. Да, брат, доверься мне, это правда, доверься. Давай там какой-то, Марка, там какой-то давай. Элемент, который это не дает испыть. Я в ТикТоке или на ютубе видел. А это гелик. Влад, это бумага. Давай, давай, послушай, Марка. Это правда, Рома. Правда, хорошо, блядь, да. Правда. Сосать! Блядь, хорош. Сахари, блядь. Тебе осталось еще глицерин. Чем тупее вопрос, тем... Нитроглицерин, блядь. Так, девочки, колибри — единственная птица, способная летать назад. Вроде бы, да. Вроде бы. Ну, назад точно летают, про единственную... Ну, да что, там много с колибри. Это самая маленькая птичка. Да, да. Самая быстрая. Да, и, походу, да, да. Еще и... Умеешь летать назад. Не, ребят, я вам сейчас назову одну птицу, которая тоже умеет назад летать. Подумайте хорошо. Назад летать как? Типа у нее зеркала заднего вида какого-то есть? Не, ну типа буксовать назад, это не летать назад. Да, именно летать назад, мне кажется. Блин, колибри топ. Прикиньте, три факта и все. Летучие мыши тоже умеют назад не, летать. Не, колибри, я не думаю, что колибри. А, это не птица, ты что, долбоёб? Это нет, птица, блядь. Нет, не быстрая, Ром, а я не уточнила, взмахи крыльев у них самые быстрые. Да. Так что, 10 секунд у вас, правда или ложь? Ну, вообще похоже на правду, правда, да. Не знаю, сейчас какая-нибудь будет там, блядь, подковырочка. Ну давай, пускай будет это правда. В жопе у тебя подковырочка. Хорошо, я считаю, правда. Да вы заебали, нахуй! Хорош. Супер. Так, следующий вопрос для парней. Площадь России больше, чем площадь всего Плутона. Я думал, там Путин написал. Так что? Бля, Артур, у тебя аж по географии 5 было. Да, Артур, ты точно в этом шаришь? Я с Украины, мне похуй. Не знаю, я думаю, нет. Скивов, что думаешь по поводу матушки нашей, бля, России? Плутон, ну, ты, Литл. Плутон, типа, планета, и плюс ты с Россией, если сравнивать, то я думаю, Плутон, блядь, типа, ну, меньше. Ты думаешь, Плутон меньше России? А, нет, нет, наоборот, точнее, больше. Ладно, мы доверимся капитану. Короче, а давай. Плутон, это... больше, Плутон России, меньше России. Больше России, больше. Ты уверен? Я думаю, больше, это же планета целая, блядь. Бля, ну она может быть маленькая, дядь, шаришь? Так, а вы знаете вообще, за что Плутон исключили из Солнечной системы планет? Он наёбывает. Он наёбывает. Давай ложь, давай ложь. Ложь, нахуй. Это правда. Всё, мы ебали. Я ливаю, блядь, закончим. Я ливаю, нахуй. Блядь, у нас капитан, дурачок. Килос, блядь. Это не я капитан, Марк капитан. Не я, в смысле... Да, Плутон исключили из-за того, что это какая-то карликовая планета или что-то такое. Так, хорошо, счет у нас 4-4. Девочки, давайте, пора разъебать. Слоны боятся мышей. Подбородок. Это, по-моему, вранье. Да, это такой очередной топ-факт. Какая-то была что-то история или какая-то книжка, или что-то типа слоны боятся мышей, но это, по-моему, вообще бред. Хотя, не. Но они могут их... не заметят их. Да. Не, мне кажется, это... Это бред. Да, это такой... Что-то они их даже не заметят, мне кажется, вообще. Так что? Вранье. Не, ну они теоретически могут их, может, испугаться, не знаю. Да не. Да так же и птичек, да, там черепашек. Да, я думаю. Все зависли. Мы все зависли. А, блядь. Connection. У меня нормально. Да, злой, почему, блядь, брат, а почему площадь Плутона 17 миллионов квадратных километров? А почему ты вообще чат читаешь, злой, блядь, мой вопрос? Во-первых, ты чат читаешь, блядь. Во-первых, ты чат, а во-вторых, гугл, блядь. Потому что ты постоянно... И во-вторых, Россия... Завали пиздак, у меня вебки вылетели. На 100 километров меньше, Плутон все равно больше. Ты как считал, блядь?
Давай не гугли, Артур. А чё, Simple разбанил злого, блядь? Площадь поверхности 17 миллионов 700 тысяч. А Россия 17 миллионов 100 тысяч. Пиздобол. Там открыли, что он поменьше, блядь. А кто открыл, блядь? Завали ебало нахуй, девочки отвечают! Это будет ложь, наверное. Это ложь. Ложь? Хорошо. Да, это ложь. Ху. Конечно. Понятно, кто на стороне это ничего. Вот из разряда тупых историй. Так, из паблика. Парни, верблюды хранят в гробах жир. Это правда, да, они могут. Это правда. А, вода, стой, там вода, же вода. Там вода, вода. Там вода, да, там вода брат. Там вода. Хорош. Какой нахуй жир там вода? У них вода в гробах, они могут купить месяцами, потому что они откладывают туда дохуя воды. Так что? Согласен. Ну, ложь или правда, Марк? Ложь, наверное. Святой источник, нахуй. Это из верблюдов. Так что, говори, ложь говорить, или да? Правда. Артур, там точно вода? А, звук микрофона. Не, вода это точно, но там же может быть жир, наверное. Как я знаю, что вода 100%. Нихуя, там жир, там жир, там жир. Да, там жир, кстати, память, это жир. Чел, да, там жир. Спасибо, чел, память в чате, блин. Пошло объяснение. Биал Грилс. Когда Билл Грилс... А ты знаешь, что Бир Грилс наёбщик, его шоу полная хуйня ебаная, которая постановочная? Ты знаешь, что ты тоже наёбщик, потому что потом больше, блядь. Не пизди тут, блядь. А чё ещё Бир Грилс говорил? Пить свою мочу, да, наверное? Нет, её кипятить надо. Ты тоже смотрел шоу, где он в верблюде спал? Да, там не было воды. Да, и он вокруг себя ещё поссал, чтобы волки не напали. А вы тоже смотрели шоу, где Бир Грилс гнилое мясо ел? Это правда, это правда. Всё, там жир, true, всё верно. Скилл сказал это верно, всё, найс. Нихуя злой в Солянову просто. Think about. Так, акулы могут учуять каплю крови на расстоянии нескольких километров, девушка. Да. Да, это правда. Да, да. Так что с месячными лучше не плавать. Километров, да? Вы думаете, прям километров? Да. Они жестко чуют. Сосут. Нормально. Я доверюсь девочкам, я не знаю насчет километров, но я знаю, я где-то такое слышала просто. Ну, вообще, да, то, что акулы чуют кровь, и вообще только на кровь ориентируются. И какие-то шоу есть, типа, там, где рыбаки просто кровь поливают, чтобы они приплыли. Все такое. Да. Ну, поливают, а закидывают было, в море. Есть фильм «Челюсти». А если у девушек месячные пойдут в воде ебать, пизда? Да, все, до свидания. Минус пизда. Так, хорошо, девочки, что думаете? Правда? Это правда. Правда. Тупо злотка себя акулы плывет, ебать. Я говорю, они же не на такое расстояние, ну, не на несколько... Так, блин, шоу, наёбщики! Акулы переоценённые. Так я говорю, прикинь, короче, на несколько всё, километров момент, там не боюсь, вода, акула. Куча всего. Да, да. Я, если честно, они там вроде на температуру реагируют или что такое. Да, да, не, кровь они тоже чувствуют. Да, да, не, не. Шоу-то наёбщик получается. Не, акулы вообще лохи, блядь. Не, Зоя у нас до сих пор, блядь, наверное, думает, что Бир Грилс это супергерой какой-то, блядь. Блядь, сейчас записи на Билл Грилса, он в горах выживал, блядь. Да он наёбщик ебаный, блядь. А оператор у него вообще раз. А в чем он наёбщик? Слышишь, в чем он? Ну, не то что наёбщик, он давал советы, которые могут быть очень вредны для здоровья и для жизни. И он сам это уже признавал. Злой, блядь, я не слышу Рому! И он сам это признал, то есть он, блядь, такие ёбнутые советы, но я смотрел видосы о его советах, он просто там, люди могут умирать нахуй по его советам. Типа прокипятить мочу если и выпить. Он ну там очень много вообще все. Ром, тогда где на него разоблачение на твоем канале, а? Ладно, блядь, злой с такими шутками. Давайте, самки богомола съедают самца после спаривания. Да, это да. Это очень легко, да? Знаете, почему у злого столько разговоров, что он ебется, но нет девушки? Так он ебется же, он рассказывал, как он мама... Потому что он богомол или что? Да, потому что он самок всех съедает тоже, блядь. Я не рассказываю вообще-то. Давай, Артур, что скажешь про самку богомола? Это правда. Это правда. Правда? Хорошо, я зачитываю. Это ложь. Все. Ебали. О, это тоже пиздёж. Это пиздёж, Рома, она съедает на самом деле, блядь. Мне кажется, Рома наёбывает. Мне кажется, Рома Йосип. Другие? Ром, ты пиздишь. Сам ты пиздишь, блядь. Она съедала, я лично видел. Я что-то такое тоже слышал. Может, это не богомолы просто? Я как в зоопарк ходил, там они хавали друг друга. А чё, у меня все зависли? Да, у меня тоже. Блядь. Опять реконнектим. Так, ладно, подождём. Это нам, да? Последний вопрос, да. У него есть сердце? Ой, блядь, мне кажется, у них... Это нам? Да. Да, мне кажется, у них более упрощенная система вообще, ну, организация органов, там у них есть сердце. Так у них же да, только рот и жопа, блядь. Мне кажется, у них сердца нету.
Как? У них нет сердца. Хотя это может быть такой тупой вопрос, но я что-то, мне кажется, сердца у них нет. Так у них черви же хавают землю, и жопа выходит. Никакой там артериальной системы у них нет, ни, ну, типа, ничего. У них просто там какие-то рот и жопа. Ну и все. Согласен. Бля, получается, черви бессердечные? Ну, у них там что-то как... Черви, я помню, это вообще... Что? Это... Вообще, что, блядь, черви? Ну, это вид какой? К чему он? Блядь, у меня время нахуй не идёт. Это млекопитающий. Черви, наверное. Нет, вид черви... Черви — это черви, короче, правильно? Нет, черви — это млекопитающий. Сейчас у вас по 5 баллов. Давайте, девочки, если ответите правильно, выиграете. Ты меня троллишь? Нет, я серьезно говорю. Слушайте, подождите, если червяка, ну, бывает, он пополам, он же живет еще или нет? Он да, же вроде бы да, ну, да. Это не просто рефлекс, типа, сохранение. Мне кажется, это вранье. Какие 5 сердец, да, ну вообще? Это странно очень. Может, у него занимает организм сердца? Все. Не, мне кажется, это не... Ну да, это очень странно. 5 сердец? Сердце. Мне ребят, кажется, это вранье. Черви, Арин, это масть в картах. Ну и да, я согласна. Это какая-то, какие 5 сердец, они прозрачные. Время, видно, девочки, тоже. Время, давайте, быстро. Ложь. Да вранье это. Сейчас будет правда. Ложь? Блядь. Это правда. Блядь, что? Что? А, это сырые являются. Сырые трубки. Какие трубки, нахуй? Пойду гуглить. Сырые яйца, это не точно. Сердце червяка, гуглю. Что, никто не получает ни одного балла? А, нет, смотрите, у нас счет 5-5, и у нас есть бонусный вопрос. Кто лучше на него ответит, кто ближе, тот и получает 4 давай, сразу давай. Балла и сразу за бонусный вопрос. Сколько процентов мужчин честно скажут любимой, если ужин не удался? То есть вам надо попасть очень максимально мало. Близко. Ой, мужики, мы сейчас выиграем балл. Смотрите, ребята, вы выбираете процент. Идет плюс-минус 5% в две стороны. Если вы попадаете в этот промежуток, вы получаете дополнительный балл. Но кто попадет ближе до правильного ответа, тот получит победу в предыдущем. А разброс есть плюс-минус? 5, плюс 5. Сказали. Чем, мужики, думаете? Я думаю, процентов... 30-35. Я думаю, 30-35 тоже. Да, я тоже думаю. Я думаю, где-то 20 вообще. Да? Я бля, тоже, а может, давайте побольше дадим. И 20-30 влезло? Давайте побольше дадим. Мы просто не знаем, так, мы не общаемся с такими людьми, которые бы, типа, вот так себя вели, и нам так кажется, что их мало. Вот, Марк, я если бы тебе приготовили ужин, он был бы пиздец невкусным. Каким-то. Я бы сказал, что он хуёвый. Я бы заказал. Это все сделано на опросах людей, я то есть я огромное количество людей блядь. Опрашивается, конечно. И из этого статистика это. Давайте. Ставлю 10-15. Вот, я ставлю 20 где-то. Ставлю 25, мне кажется, чтобы 20. Много, много. Артур, смотри, у нас погрешность 5% есть, давай 55. Давайте 20... 55, я 55. Все, мы 55. Давайте 20, потому что я говорю 15, вы говорите 25. Можем 20. Давайте 55, окей. Ну... Я думаю, типа, все равно 30-35 будет. Не, 55. Есть дохуя, людей, которые да так по-любому. Ну, давай 50, кажется, как 25. Раз нормально. Мне тоже кажется, 25. Мне кажется, многие ответили бы да, типа, ну, я бы сказал. Я просто играла уже в эту игру, я плюс-минус просто... Помнишь я ответ. Знаю. 55. Нет, я знаю, как рассчитаны здесь проценты. Мне кажется, ну, давай 20. Хорошо, давай, вы 20. 20. Ну, нет, давайте как вы. Просто я вот считаю, типа, 15... 10-20. Я бы вообще подписал. Чат, я не адаптировал, я спиздил. Не путайте. Все, они ответили 55 и 20. Нет, 25 или 20, девочки. У вас 55, пацаны? Да. А у нас? 55, да. Ну, как вы решаете. Давайте быстрее. Не знаю, 25 или 20. Мы решили уже. Давайте 20. Ну, давай 20. Хорошо, 20. Я засчитываю, ответ 20. Давайте, например, выберу 50, чтобы показал, кто едет. Блядь! Что? Блядь? Вот. Да это, блядь, пиздёж. Это не пиздёж. Да нихуя пиздёж. Блядь, потому что если хуёво готовит, говорит, это сразу не пиздёж. Пошёл, блядь. Давай. Что, блядь, терпила, что ли, блядь? Хуёвая стряпня, блядь, всё, нахуй. Да это пиздёж. Это не пиздёж. А ты стоп, а почему вы говорите пиздёж? Вы что, мужчины? Или вы знаете, да, как блядь. Бы вы ответили на нашем месте?
Это может вам, блядь, кто-то нахуй там, о, да, вкусно, блядь, пошёл, проливался нахуй где-то. Мы просто вкусно готовим, злой, мы вообще самостоятельные женщины, заказываем еду, если не нравится, пошёл нахуй. Давай, молодцы, всё, давай, в школе расскажешь, давай. Давай. Так, так как вы всё равно не попали, пацаны, счёт у нас 3-0, 3 за за выигранный раунд и 0 за то, что... Но мы же ближе были. Ну, вы ближе, поэтому вы выиграли в предыдущий раунд, который решался вопрос. Но вы не попали все равно, чтобы получить балл за бонусный раунд. Давайте дальше. Так, смотрите, 5 слов называется. Выбирайте сейчас, кто будет первый отвечать, чтобы потом не было у них проще, у них сложнее. Девочки. Мы девочкам выступаем. У нас было 5-5, в итоге никому не досталось? Так, нет, я же говорю, у вас решалось все бонусным раундом. А, это с песней? Это с песней, да? Это с песней сейчас. И что в итоге? Они, они были ближе, поэтому балл идет за раунд им. Окей, но бонусный балл им не идет. 5 если слов. Что, мы выбрали 30%. У кого за ног играет? Это у нас... Это со школы. Кто пришел, Рома? А, ну там Даша, наверное, идет открывать. Я не знаю, может, доставка какая-то. Девочки. Девочки. Давайте мы. Хорошо. А что за 5 слов? Смотрите. Что надо сделать? Да, 5 слов. Вы можете или получить, смотрите, у вас есть 5 слов, у вас, соответственно, есть 4 балла, потому что одно слово вы и так открываете. Вы открываете какое-то слово и пытаетесь, ну, угадать, с какой песни припева это играет. Девочки, это, короче, лайфхак, то есть, смотрите, открываем. Еще раз, можно договорю? Да. То есть, например, вы открыли 2 слова, у вас осталось 3 неоткрытых, вы угадали, вы полностью сказали 5 слов, и вы получаете 3 балла за эту песню. Окей. Так вот. Лайфхак, открываем третье слово, то есть третий вопросик. О, блядь. Потому что середина... Ебать, она живая. Середина, это типа... Даша, у нас тут шоу, блядь, самый средний, Даша, ко мне пристают! Все. Там Наташа пришла. Уйди. Где она была? А что ты выгоняешь гостей? У тебя пишут уф наоборот, блядь. Давайте, все, давайте, открывайте. Шведская семья, это так охуенно. А, тут мальчики еще. Да. Мальчики, привет. Мужчины! Правда, вас не здорово! Они сказали, пошла нахуй. Нет, я видела, я почитала по этим по губам скиллзаш. Привет, Наташа! Так, Наташа, у нас времени мало, да. Все, извините. Извините. Наташа, что у вас дохуя времени? Просто я подумала, что у тебя тут что-то висит, и все. Что ли? Ну давайте. Я тогда, кстати, третье слово вообще не угадала ничего. Ну, давайте, решайте. Да, давай, да уже. Да похуй, давай. Ясно, хуйня, блядь. Ебать, а как Гинсуха телепортировалась? Давайте последнее слово. Давайте последнее слово. Здорово. Последнее? Чё думаете? Чё, Михалин, думаешь? Это я вообще, если честно, фукаю. Бля, либо четвёртое, либо пятое. Либо четвёртое, либо пятое. Там будет, типа, понятно, чё к чему. Да. Там, потому что, может быть, я там первая, знаешь, там, типа, могу, блядь. Короче, четвёртое или пятое? Да, не повезло. Обычно на третье слово... Тарин, мы тебя почти слышим. Нет, думайте, тут... Просто если первый открывать, то может быть... Не-не-не, четвёртое или пятое. Короче, я вам дам подсказочку, это песня ютубера. Какое? Это Лава, это Гейлинг. Гейлинг, Кобяков, Гейлинг. Чего-чего? Сука, Марк, завали пиздак. Какое? У меня есть Лава, у меня есть Гелик. Нет, не так это поётся. Давай следующее, четвёртое, открывай. Четвёртое. Подожди, Аня, может... Есть святая... подожди. О, это точно не святая... Вода. Ютубера какого-то. У меня есть святая вода, блядь, или что? Я знаю эту песню, я ее недавно слушал. Да, ну чат быстро угадал. У меня есть эта песня. Или какая-нибудь святая корова или святая вода. А, я тоже понял, кто это. Истина. Давайте я вам предложу еще одно слово открыть. Предлагай. Ну, последнее. Они не знают, скорее всего, такого ютубера. Последнее, вы уверены? Да, они не фаги. Да, давай. Последнее. Ребят, дам подсказку. Ну, блин, ну да, реально. У меня есть святая вода, девочки, я сказала. Девочки, подсказку, он картавит. Да при чем здесь это? Тут надо песню знать, да. Давайте рандомить. У меня есть, у нас есть, у них есть, у тебя есть. Мне кажется, вы очень долго... Я и есть святая вода. Мы что-то назвали правильно, Ром? Нет, среди этого. Хуй знает, правильного ответа вы точно не назвали. Так что давайте, открываем. Нет, подожди. Что такое сложно? У них сейчас там будет, блядь, Валерий Миланов. Вы сами выбрали, что вы первые. Да нам мать. О, это Зло сказал, что вы первые. Да. Ну а что, мнения своего нет, что ли? Я не понял, блядь.
У меня нету, кстати. Я не знаю. Такой ты токсичный, Артур, пиздец. Да, Артур. Что, может, первое откроем? Да. Да там будет я или у, или там... А вдруг да, не у, не я? А вдруг там и не у, не я? Давай второе, все. Последняя попытка. Второе. У всех есть святая? Что? Для всех есть святая вода. Для всех, у всех, от всех. На всех есть святая вода, нет? Да. Что? Я даже не знаю, что это такое, блядь? Я не знаю. Первый раз. Так, вы получили 1 балл за эту песню. Жестко урвали. Это изи для нас, мужики, будет. Так, давайте, пацаны. Сейчас у них, блядь, будет. Смотрите, Дима и Артур. У нас там синий, у них красный. Смотрите, мужики, обычно тут в тексте я заметил основной суть текста в последних 2 словах. Я предлагаю что-то из последнего открывать. Чтобы было понятно. Можем, если что. Давай последнее. Справа налево открывать. Последнее? Да, давай. Логика в этом есть. На моей шее. Этот же, блядь. Коколё, блядь, Егор Крид, нахуй. Я тебе могу так сказать, что во многих песнях такое есть, типа. На шее, типа. На моей XO, пару XO, там что-то. Не-не-не, там на моей шее, запястье на твоей шее, XO, что-то такое, блядь. Skills, ты же рэпер, мэн. Так тут не подходит. Ну, типа, если ты про эту песню, сейчас она появится. У меня скиллз завис вообще. Да, мне тоже. Не-не, скиллз просто вточен. Пока пописи и воды нальем. Ну, чё, давайте откроем ещё одно. Марк, чё там гуглишь, нахуй? А нельзя загуглить? Нет, конечно, ты чё? Ты охуел! Давай, гугли быстрее. Нормально. Зачем ты спросил, надо было догуглить у скиллз? Ты у нас завис. Ну я не завис, тебя двигаюсь. Ну это Егор Крид, Кокулё, блядь. Не засчитывай, Рома, он охуел. Не засчитывай, конечно, давай. Я до загугливания, алло. Я до загугливания это сказал после открытия слова, алло. Ну что нахуй. Ну чё, давайте открывать тогда другое слово. Давай слово еще откроем. Какое? Пускай теперь только Артур и Скилзор, а этот пускай молчит. Блядь, да так и я сказал, ты Егор Крид, Кокулё! Ты долбоёб, у нас 5 слов угадывать, а не цепи песню. Цепи на мои шеи. Там слова цепи надо угадать, шеи. Понял, какие? Цепи, пари рури. Блядь, хуй там знает. Ну что-то там на шее, пенисы на моей шее. Пенисы две шеи, блядь, две шеи на твоей шее. Ой, блядь, две цепи на твоей шее. Кокулё. Да, надеюсь, ты не загуглил это. Да я знаю! Сука, Ань, я после открытия первое слово сразу. Нахуй ты вообще полез гуглить, сам факт. Нахуй ты вообще лезешь гуглить. Да, понял, Марк, блядь. Я не... Сука, приди сейчас ко мне и посмотри историю. Я нихуя не загуглил, я не успел. Удалил уже, блядь, успел удалить. Тебя поймали, жулик. Последнее, что я гуглил, блядь, это слежное почтовое отправление, нахуй. Не пизди. Жулик, тебя поймали просто. Он не жулик. А где Арина? Где Арина, блядь? Она ушла пописить и навелить воды. А это? Ну мне кажется, нормальная стратегия, да, с последних слов. Ну, либо 4-я, либо 5-я. Может, давай 4-я попробуем? Давай 4-я, Ром. А, давай. Рожицу. Это как молитва какая-то. Блин, ну это пацанские песни. Это реально видно. Нихуя ты не пацанские песни. Синим цветом, это пацанские вопросы. А тут не отличается, тут просто. Они просто для дизайна. Я уже давно это понял, что за слово. Михалин, Кокулё пацанское. Они сделаны только для дизайна. Это женское. У нас слово рожицу, не знаю. Ну, наверное, я знаю. Давай. Рожицу ахигао, как там поется? Я корчу... Корчу рожицу, я... Название угадали, Ромы? Это френдзона. Это френдзона и... Блин, как там она? Да, френдзона. А я корчу лицо в рожицу ахигао. Да, правильно. О, хорош! Я сейчас сразу же угадал, как только это слово увидел, блядь. Лучший, блядь, с первого слова. Я же думаю, рожицы где-то слышала, но я не знаю, как это. Так, получили 4 балла Z. Брат, а мы в прошлый раз 4 тоже получили? Вы получили 3 в прошлый раз, потому что 2 слова открыли. Есть такая дискриминация, нахуй. Пиздец, на чьей ты стороне?
Я? На девочку? Он по правилам играет. Нахуй, да нет, я вообще просто ведущий, блядь. Забей, Артур, нахуй. Ничего, мы сейчас камбэк. Давайте, сейчас точно камбэк. Тут, блядь, вообще изи, нахуй. Предпоследнее. Давай, брат, предпоследнее. Я даже не понял, почему это тут добавлено. Смотри, они по нашей с этой стратегии. Да, по вашей. Я, блядь, ее предложил по нашей. Перестаю дрочить. Красава зла. Это уже Сашка, знаешь, Артур? Бля, я знаю, что это за песня, сука. Прям фу, могу сказать. Скажи, блядь. Я не понимаю, что это, блядь. Я тоже не понимаю. Давайте, ребят, но это очень сложно, пацаны. Блядь, у меня играет эта песня. У вас тоже играет эта песня? Перестаю дышать, ебать. Не подсказывай, не подсказывай. Чё, мы открываем слово или что-то делаем? Это перестаю дышать? Это... Я не знаю. Это... Я серьёзно не знаю. Я могу предложить, что это LJ, блядь. Ну да, это возможно. Как там поется? Звуки на минимум. Надо спеть. Звуки на минимум, надо я перестаю спеть. Дышать, блядь. Нет, здесь так красиво, я перестаю дышать. Перестаю дышать! Ебать, злой! Нормально. А третий будет? Да, еще по третьей. Скиллс, не расслабляйся. Давайте, девочки. Ну, я думала, что это такое четвертый. Злой, ну, блядь, я не слышу никого. Да, я предлагаю по такой же стратегии. Четвертая или пятая? Давайте, да. То какое? Так, четвертая или пятая? Давай четвертая. Хорошо! Бля, знаете, пятые. Тут любое слово, какое вы бы открыли, вы бы сразу поняли, но вот это нет, блядь. Пятое? Ну давай третье или пятое, какое? Пятое. О, я знаю. Это вообще изи тоже. Я тоже знаю. Арина! Вам надо спеть, сука, не забывайте. Блондинку. Я хочу блондинку и брюнетку. Она тебя, видимо, не хочет. Очень известная песня, девочки. Очень. Блондинка. Она старая или более новая? А, более старая. Прошлый. Я чувствую, что это какой-то Егор Крид, друган наш. Егор Крид был уже. Почти. Что-то похоже, почти, я бы сказал. А, я, блядь, сука, в голове крутится. Давай. Я сейчас точно не смотрю. Это с Тимати, наверное, что-то связано. Да, именно он, когда мы в клубе чиксы танцуют, брюнетку с нами тусуют. Я не могу так думать, блядь, заводите, пожалуйста. Блондинку и брюнетку. Блядь, я не могу вспомнить, сука. Подбрось монетку! Орел! Ирешка! Орел! Ирешка! Я слышу, как она орёт в этой комнате. Всё, мы отгадали? Пять слов надо сказать. Подбрось монетку. Блять, я, сука, я купила. Она выиграла же, Рома. Я выберу. Она не угадала, пять слов не угадала, ты чё? Да. Куда ты? Выбираю блондинка или брюнетка? Нет. Кого? Блять. Сука, это такая, это было такое, блять, как это сказать, блять, Эврика, блять, была, и пиздец просто. Как попробуй этого не знать, блядь? Я не могу додумать, что все так пиздят. Ну. Может, еще одно слово? Вы не хотите одно слово открыть, да? Да помогайте друг чат, другу. Вы че, ебанулись, блядь. Да, блядь, короче, я снимаю наушники, все, как там поется? Как мы их поделим? Подбрось монетку, сука. Бля. Нет, я вам помогу, там, короче, он быстро очень в этот момент читает, это вы не тот момент песни смотрите. Скажу вам так, Марк вас наебал. Ну да, да, конечно, это... вы еще завали пиздак, Марк. Короче, блондинка. Ебать, блин, они сегодня потрахаются, блядь. Первые два слова. Давайте подумаем логически. Ребят, никто не парит чат, угомонитесь нахуй. На такой только злой способен. Завали пиздак, Рома. Давайте, девочки, давайте, чтобы не тянуть, еще одно слово откроем. Нет! Блядь, сейчас наушники.
Ну не идет, ну не идет. Ну давай первая, Арин. Я хочу, блядь, не, я блядь, я не могу вспомнить, пиздец, я тупо не могу в голове. Я хочу давай. Блондинку и брюнетку. Блондинку. Выбирай. Кого мы выберем, блондинку? Да, возьмем, значит, возьмем. Не, блядь, не помню, пиздец. Кого берем, так, блондинку, я сейчас начну кого берем блондинку и брюнетку? Так, Ань, честно, заебал уже со своей блондинкой, давай. Там блондинки нету. Так, блядь! Там нет блондинки. Шатенку. А, шатенку и брюнетку. Точно, блядь, там шатенка и брюнетка. Там нет блондинки, да, там шатенку и брюнетку. Вот, там так поется. Хочу себе шатенку и брюнетку. Не, не хочу, там что-то другое. Беру. Возьми себе. Возьми, давай, возьму, блядь, сейчас. Так, девочки, давайте, я открываю слово рандомное сейчас, если вы... Первая. Первая, да. Вызову. Шатенку и брюнетку. Вызову тебе шатенку и брюнетку. Нет. Тебе. Вызову тебе. Нет. Пиздец, я не могу вспомнить и все. Вызову нам. Вызову себе шатенку и брюнетку. Вызову сейчас. Вызову потом. Нет, вызову. Нет, нет. Ты что, не шатенка, что ли? Блондинка. Нет, там была шатенка. Шатенка. Ёбаный ЛСП недавно слушал. Арин, откройте второе слово, и вы поймете. Да, да, ну, да, да, вы выиграли, у вас было шесть. Нет, лучше третье пусть откроет, чтобы второе, блядь, не отгадать. Моделей. Шатенку и брюнетку. Да, вызову модели, да. Наконец-то, блядь. Yes, минус три. Монеточка была, блядь. Я вызову модели, шатенок и брюнетку. Как мы их поделим? Чат, никто нахуй не палит сейчас. Кроме злого. Если что, я смотрю, вот у меня вот так взгляд, вот так, у меня тут камера. Что, просто поясняю на всякий случай. Вот у меня Дискорд. Вот. Давай. Последнее, нам одно слово надо отгадать, мужики. Да, давай. Я на секунду отойду, на секунду. А, это Яникс, и я хочу забрать толстый бэнкролл. Я могу, ну, типа, надо узнать сейчас сначала, как там правильно говорить. Я Яникса ни разу не слушал. Это, кстати, супер изичная песня. Почему у них такие легкие песни? Все такие умные, блядь. Блядь, вы заебали. Тут все одинаково. Скиллза не сбиваю, знает этот трек. Это песня давай, типа, с Москвой. Ну, я хочу забрать... Ну, нет, или как там, нет, блядь. Нет. Может, это, конечно, не та песня? У меня пришло просто слово бэнкролл, сразу вот это. Ну, блядь, я тоже мало у кого бэнкролл слышал. Открываем другое слово. Давай предпоследний, то точно угадаем. Подожди. Жду. Ты может лучше второе? Может второе лучше? Давай второе, братан, вообще. Ебать, там аналитика пошла просто все текста, блядь, со словом бэнкролл. Прикручивай голову, я думаю, что предпоследний у всех одинаково. Откроем второе. Второе, Ром. Все, я ГГ. Я сломался. На столе большой бэнкролл, парируре, парира. Стой, блядь, скилл, что такое бэнкролл? Это кэш. Ну, на столе лежит большой бэнкролл или что-то такое. Подожди. Че, может, еще одно слово? Вам только одно надо угадать, пацаны, давайте. А нам исполнителя обязательно? Нет, просто опять. Нет, там слова ну, надо, слова. На столе лежит большой бэнкролл, блядь. Что еще, какие слова можно помимо большой подобрать? Огромный, блядь. Давайте. Много, давай откроем, блядь, еще, наверное, толстый бэнкролл. Какой давай открывать? Откроем. А нахуя? Нахуя так открывать? Нам одно надо, понял? Нам одно знаете. Надо хотя бы угадать. Давай четвертое, вот, перед бэнкроллом. Блядь, на да, столе! Это та песня, про которую я говорил. На столе лежит толстый бэнкролл! Оу! А, это вообще не то. Ой, за руку, блядь! Бэнкролл, как будто суша. А нахуй мне для воды, потому что меня дико. Он сказал, что говорил, блядь. Он не так говорил. Слушай. Скиньте клип Модеру, блядь. Если... Марк, ты так говорил? Как, толстый? Я не помню, все подряд. На столе лежит большой бэнкролл, я помню. Он говорил большой, по-моему, огромный. Брат, по-моему, толстый, я говорил. Я все подряд говорил, чем я помню, Скиллзор только сказал толстый. Он реально сказал, Модер скинут клип, тогда я поверю. Ну, говорил, не говорил, в любом случае, победа, ребята. Так, бонусный вопрос для парней, счет становится 6-0 и... Попался этот Ларин, пиздец.
Так вам, блядь, и ЛСП нахуй попался, вообще пиздец. Мужики, я знаю. 15%. Не-не-не, брат, 25 минимум нахуй. Ну говорил, говорил, похуй, 15. Ладно. Артур, у нас помимо кринжовых парней есть еще романтики, блядь, их дохуя. У Лукоморья тут зеленый. Лучше, чем не... криш-парни, точнее, криш-парни лучшие вообще. А да, знает, их дохуя, романтиков дохуя, брат. Вы реально тебе говорю. Реально знает один хоть стих? Да, я знаю. Давай, какой? Прочитай, прям сейчас. Ну, ебани. Не буду. Роме не прочитаю, знаю, при встрече. Давай, на столе лежит толстый банкрол, блядь. Мне кажется, процентов 35 точно знают какие-нибудь стихи, особенно молодые парни, которые только отучились. А ты не подсказывай? Я не знаю. В смысле, а мы же тоже сейчас говорим. Нет, нет, сейчас нет. Вместе. Они выиграли раунд. Мы? Так это же изи, нахуй. 15%. Вы выиграли раунд, поэтому у вас, типа, бонусный вопрос. Какой 60? Ты там в сосну въебался? Артур, помимо кринж-челов, есть романтики, блядь. Романтики! Ну давай, 60, похуй. Я тебе очко ставлю, их дохуя. Очко ставлю, бля, брат. Вот выгляни в окно, увидишь, чувак один идет. Это он, блядь, он знает романтический стих, нахуй. Ну давай, давайте, рожайте, нахуй. Сколько думаем, команда, ничего один. Вообще, поебать, давай 60 ставим, нахуй. 60, нахуй, 5% погрешно. Все, все, единогласное решение? Да. Кати колесо, нахуй. Артур, доверься мне, нахуй, я сам таким был. Все, я ставлю? Да! Хотел спросить у Артура сейчас, для приличия. Сейчас. Артур, сколько бы ты поставил? Я вижу, команда против тебя пошла. 15, он сказал. Сейчас 5 будет. Нахуй. Артур бы поставил 15, хорошо. 15, не да. Не будет 5. Не будет 5. Я думаю, так же, как ваш, в принципе. Долбоёб! Охуеть! Идите нахуй, блядь! Идите нахуй! Да ну нахуй. Мне реально романтиков много очень. Очень много, Марк, романтиков, пиздец. Ты хоть и знаешь? Я не знаю. А братан, чего, блядь, твое проебал? Ну это стата ебаная какая-то. Я говорил 15, надо слушать меня, блядь. Я все, слушаем Артура, брат, ты следующий отвечаешь, да я тебе обещаю. Да нахуй надо, не хочу уже. Все, давайте, ребята, надеюсь, мы этот раунд пролетим быстро, потому что это блиц, смотрите. 10 или 9 вопросов про какого-то смотрите, человека. Смотрите, как должны... Карина зависла. Смотрите, 10 действий какого-то человека, вы должны сказать, это сделал парень или девушка. Кто первый начинает по традиции? Девочка. Да мы только что начинали. Артур начинает. Все, я слушаю тогда девочек. Девочки, кто начинает первый? Да в смысле? Ну кто начинает первый, говорите. Да можем отстреляться просто и да все. Пофиг, давай, да. Пофиг. У меня Арина зависла. О, Каравай, да, спасибо за рейд огромное. Ребят, привет всем. Спасибо за рейд. Ку. Здорово. Ку. Ку. А, ку. Так, кто первый начинает? Так, давайте, кто первый? Тут все синий фон, можно с парней начать, без разницы. Да пофигу, давай мы. Давайте, мы? Хорошо. Да. У нас блиц, смотрите. Вы отвечаете, мужчина или женщина? Кому принадлежат слова «в человеке все должно быть прекрасным»? Мужчине. Мужчине. Мужчине, да. Правильно. Кого пчелы осенью выгоняют из улья? Пчелкина, блядь, потому что он член запекает. Кого пчелы осенью выгоняют из улья? Ну, пчелиная типа матка, но нет, нет. Работать, да? Осенью собирать вот эти все там, они... Цветочки опыляют, собирают. Спасибо, ну, Каравай, собирайте. Нет. Мужчины гоняют. Как понять, муж или жена? Ну, самку или самца? Да, самку или самца. Мужчина. Вот осенью, когда все цветет, кого выгоняют? Не-не-не, они самку не выгоняют, самка для них все, она королева. Они... Ну, мужчина. Так подожди, это ты еще пчелоду самку ебут, что ли, в улье? Я не могу понять. Ну, она там ничего не делает, они ее не выгоняют. Они да, блять, это блиц или что, нахуй? В смысле? Короче, давай не пизди, Марк! Королева? Блиц это за секунду отвечает. Они сегодня потрахаются, блядь. Я много читала про пчел, блядь. Так что, мужчины? Мужчина? Да. Да. Ну всегда... пускай будет М. Да, мужчина, там вообще труднее. О, блядь, не зря так, читал. Кто подбросил грецким богиням яблоко раздора? Злой. Мужчина или змей женщина? Это... Змей это мужчина. Женщина. Женщина? Я думаю, да, женщина. Женщина? Я не знаю. Грецким богиням яблоко раздора. Ты уверена? Ну... Греческим, наверное, греческим, блядь, хуй знает вообще. Грецкий орех, блядь. Ребята, у меня украинцы делают шоу, извините, блядь, греческим богиням. Кто подбросил богиням. Греческим богиням яблоко раздора? Грецким. Давайте. Сука, отвечайте, это блиц, блядь! Баба, да стоп, просто девчонка. Женщина. Женщина, женщина.
Женщина. Да, да. Самый известный житель Шервудского леса. Мужчина или женщина? Женщина. Шервудского леса, хуй знает. Откуда? Почему женщина? Я не знаю, мне кажется, что она. Она может выжить. Тут я хз. Давайте, девочки, быстрее. Ну, давайте, девочки, я не знаю. Один, наверное, мужик. Мне кажется, мужик. Точно? А вы знаете, кто этот мужик? Если это мужик. Нет. И из-за этого я предполагаю, что это женщина. Потому что вопрос по боку, может быть. Давайте, быстрее. Ну, я не знаю. Я думаю, что женщина. Думаю, что мужик. Ань, давай, выбирай. С тобой. Блин, я не знаю. Житель леса. Это может быть, типа, житель леса, животное женского или мужского рода? Давайте, быстрее. Ну? Женский пускай будет. Робин Гуд, блядь! Это Робин Гуд! Да ладно! Кто сказал, наши люди в булочную на такси не ездят? Женщина! Да, женщина. Правильно. Я помню. Кто есть правителем самого маленького государства в мире? Не знаю. Женщина, я думаю. Не, вообще без понятия. Обычно таких в государствах женщины именно. А у нас вообще много? Так что? Вообще не знаю, вот честно. Давайте рандом. Кого? Мужчина? Пусть будет мужчина. Мужчина? Засчитываю, мужчина. Да, я сейчас опять обосрусь. Мужчина. Мужчина, ура! Давайте, девочки, быстрее. Букингемский дворец сейчас есть резиденцией. Букингемский дворец, резиденция. Ну, королевы, конечно. Женщина. Женщина. Хорош. Каким именем в Отечественную войну солдаты называли установку БМ-13? Мужчина или женщина? Очень знакомая. Что-то женским каким-то они его назвали. Я знаю как. Анька пулеметчица. Так что, давайте. Каким именем в Отечественную? Они в основном, типа там, Катюша, еще что-то такое, женские имена были. Что думаете? Мне кажется, это женщина. Женская. Правильно, это туда, есть. Да, да. Это и есть Катюша. Давайте, кто из сказочных героев был ростом с мизинец? Дюймовочка женская, Дюймовочка, а мальчик с пальчик еще есть. Стой. Мальчик с пальчик есть, а есть и Дюймовочка. Как понять? Хуй знает. Надо рост померить. Мизинец. По-моему, это упоминалось именно. Вот, по-моему, Дюймовочка с мизинец была, да? Да. Потому что мальчик с пальчик, он с пальчик, а мизинец это Дюймовочка. Женская. Женщина. Девочка с мизинец. Ребята, да мальчик кто? С пальчик, ну мизинец это же палец, вы что, рофлите? Там еще говорилось прям ростом с мизинец. Так, ну ладно, у нас всего два неправильных, да, ответа, по-моему? Да. Шервудский лес. Ну я вижу у вас 7 правильных ответов. Среди, тут у нас 9 вопросов, 7 правильных ответов, да, у вас 7. Да. Че, пацаны, вы готовы, блядь? Да. Девочки, вообще умнички. Нормально, да. Просто умница. Хорошо, пацаны, давайте. Кто есть федеральным канцлером Германии? Женщина или мужчина? Женщина. Правильно. У кого из мифических героев пята была самым следом, слабым местом? У мужчины Ахиллеса. Все верно. Правильно. Кого в 20 веке указом президента Бразилии признали национальным достоянием страны? Мужчину. Он ответил, Ром. Он ответил? Хорошо. Ну, я не знаю, просто вы... В кого превращается шашка, что достигла последнего ряда на вражеской стороне? Женщина. Королеву, да. В дамку. Автор цитаты. Людям свойственно ошибаться. Женщина. По-моему, женщина, вроде. Брат, не? Мужчина. Окей. Мужчина? Правильно. Кто в семье голубей собирает строительный материал для гнезда? Мужчина. Мужчина. Мать кормит птенцов. Да, мужчина. Правильно. Какое имя носит самый известный собор Рима? Мужское. Ну, мужское, наверное, Рим. Нет? Ой. Я зачитываю. Римский собор. Мужчины. Ну, мужчины пиши. Правильно. Кто из героев саги «Властелин колец» носит имя Галадриэль? Мужчина. Я не знаю. Отвечаю, да. Звал ответил. Мужчина? Нет, женщина. Похуй. Блядь, это похуй. Чье имя носит аэропорт города Ливерпуль? Да ебанутые ты, что ли, блядь, я что, Погоди. У вас уже 7 правильных ответов, это ответ женщина. Дать вам победу. Женщина? Да. Мужчина. Найс. Да похуй.
Так. Две ошибки у них? Да, да. Да, как и у нас. Как у нас. Сейчас мы будем решать так же, как и предыдущий раунд, вопросом, кто ближе ответит, тот выиграл, а кто попадет еще в цель, тот и получит дополнительный балл. Ебать, 7-7. Нихуя себе. И такого еще не было. Гений. Равноправие. Ну вы охуенно шли, блядь. Зато сколько... у нас реальный блиц был, ебать. Согласен. Сколько процентов женщин первыми предлагали мужчине жить вместе? О, я много, я думаю. Да хуя. Ну где-то... 65-70. 60. Я думаю, стой, надо подумать. А вы предлагали девочке? 60. Да, я предлагала. Смотри, ну как минимум из 10 3 тут, блядь, условно предлагали. Ну дохуя, мне кажется. Процентов 40. Братан, ты уверен? 65-70. Ставлю 75-80. Я 65 ставлю. Мне кажется, ты что думаешь, 20%? Я ставлю 45%. Давай, давай, я тоже согласен. Я 60, думаю, где-то, ребят, 55. 65, да, 65. Ну, мы 45 ставим. 40... Да, 50, ну там погрешность 45, 5. 45, это у нас. 45, 45. Все, 45. А сколько? Нет, нет, давай не 50, давай. 45, 40, 40, 40, 40 лучше. Давайте 60 или 65? 40, давай, 40. 65. Давай, 40. Да, давай 65. Так, послушает ли сегодня злого, блядь? 40, все, 40. 40. А девочки у вас? 65. А, 60. Я вообще... 40 я и 65, думаю, хорошо. Под 80, я думаю. Найс! Nice. Что? Что? Это вранье, боже мой. Это вы такие лохушки. Это опрашивали. Ну да, может быть. Так, да, счет у нас становится... Нам не предлагают жить вместе, да, сами. Да нет, покажите человека, расставляет эту статистику, блядь. Я тут, Арин, я тут. Что? Да это бред. Ну это опрашивают таких же девушек, как и вы. Да они пиздят, типа, нет, нам... Ну, правда, не стримерши. Да, все стримерши хотят ебаться, поэтому они хотят жить. Так, что-то у нас 9 минут. А то есть, если не жить вместе, нельзя ебаться. Так, девушки, соберите, у вас есть шанс на камбэк, потому что еще 2 раунда и финал на 6 баллов. Так что давайте. Вопрос, кто я? Смотрите, кто первый отвечает? Мужчина или женщина, кто первый играет? Мы уже просто... Или, да или давайте опять мы. Давай. Отстреляемся. Хорошо, да. А теперь выбирайте, кому загадывать персонажа. То есть, кто будет из вас угадывать. Не я. Кто будет задавать вопросы. Я такая-то, я такая-то. Давайте я, мне пофигу. Хорошо, я, Вишня, ну, тогда... Я прав, не очень хорошо. Тогда я Арине и Михалине пишу слово, да, какое там есть. Телеграм? Да. Ром, а мне? Да, я еще не написал никому. Я просто смотрел, какое там слово есть вообще. Бля, я тогда очень хуёво отгадал. Девочки, вы уверены? Давай я. Артур, ты же так, тогда пиздец кто, быстро кто отгадал, да? Будет? Я еще никому не написал. Определились? Я могу Езим. Давай. Ну давай, я тебе ВК напишу. Я просто в тот раз плохо угадала. Так, Михалина, я тебе скинул слово. Кому еще скидывать? Давайте, кто могу не... Могу я, можно? Давай я попробую угадать, давай. Все, давай. Давай мне тогда кидай. Аня, что это за слово? Да, ты мне ВК, да? Так ты не знаешь, что такое? Ну, загугли пока. Ну, я думал... Я не знаю реально, что это такое. Ну, загугли тогда. Да, я ВК. Может, кидаю. Я тупая? Давай. Я не знала, как оно называется. Все, поняла. Прикольно. Супер, все, давайте. Я сейчас засекаю таймер у нас. Чат, я вам сейчас... Бля, ну это сложно, на самом деле. Чат, я, наверное, вам не буду писать слово, тоже угадывайте. Так, все, я готов засекать таймер. Арина, смотри, что, твоя задача я... задавать вопросы. Ты задаешь нам вопросы. Я могу смотреть на Discord экран, могу смотреть? Да. Кто я? Кто я? Смотри, ты задаешь вопросы, чтобы девочки отвечали да или нет, а вы отвечаете да, нет или не имеет значения, ну... Никаких подсказок, ничего такого. Все, вы готовы? Юечка в обуви по дому ходит. Охуело, блядь. Все, вы готовы? Ой. Давайте. Да. Время пошло. Я одушевленный предмет? Нет. Я принадлежу квартире? Я есть в квартире? Ну, отчасти да. Да. Я на кухне нахожусь? Нет. Нет. В спальне? Нет. Ну как? Марк. Хз. Почему у тебя вебка открыта? Я связан с рабочий стол. Тихо. А можешь ты не убивать злой? Да можешь ты не пиздеть! Я связан с техникой. Да. Да. Я связана с компьютерной техникой. Да. Да. Я большая? Нет. Нет. Я маленькая? Да. Да.
Мышка? Нет. Наушники? Нет. Микрофон? Нет. Пульт? Нет. Нет. Блять. Я обычно яркого цвета? Нет. Нет. Блять, я камера? Нет. Нет. Ты сова. У меня есть этот предмет дома. У меня. Вот, я не знаю. Мы не знаем. Угу. Я звуковая панель. Как он, стримдек? Да! 47 секунд. Хорош, да! Да. Так, вы справились за минуту и 13 секунд. Чат, можете запомнить? Как оно? Да, сука, такие вы уёбки, нахуй вы пиздите, когда Арина и... Да, это пиздец злой, ты чё? Ебать, давайте нападём на злого, давайте, блядь, на мой пенсию нападём, нападём дружно ротиками, блядь, не пиздите тут нахуй. Так, и хорошо, открытый, блядь, всё. Ему похуй, блядь, телефон, блядь, схуярить, Марк, тебе похуй или ты, ну, типа, или ты играешь? А, но переключилось, не, сорян. Говорю, человек экран, сейчас бы порнуху включил бы, и Рома охуел бы, блядь. Всем да, похуй, блядь, все пищат, не, просто блядь. Они отгадывают, что я говорить буду, я тут. Все, хорошо, Артур, смотрите. Артур будет девочки отгадывать, мне скилл пиши, мне 13. Кто у вас, Артур? Артур, ну, да, да, отгадывает. Хорошо, Марк, я тебе тогда... Да, Арина просто лучшая. Я постаралась. А у тебя ну... есть это дома, кстати? Ром, нет. Ты помнишь, как на прошлом поэтому шоу Артур отгадал это? Да. Ой, ебать, тут... О, сука! Так, время еще не пошло. Смотрите, Дима, я тебе сейчас тоже скидываю. А кто у вас угадывает? Злой. Артур. А-а-а. Посмотрели ВК? Посмотрели ВК, я вам скинул? Да. Все, вы готовы? Да. Злой, ты готов? Стой! А как нам объяснять надо? Он задает вопросы, вы отвечаете, он задает вам вопросы, вы отвечаете да, нет, либо не имеет значения, mm-hmm. ничего больше. Все, давай. Все, давайте, время пошло. Я живой? Да. Да. Я популярная личность? Очень, да. Да. Я миллионер? Да. Да. У меня много денег, да? Да. Очень, я снимался в кино? Нет. Я на известен на ютубе? Да. Да. И мне 30-40 лет буквально. Не 30, сколько? Я не знаю, другой вопрос. Я не знаю его. Не знаю, сколько лет. Да, в кино не снимался... Я бизнесмен? Да. Очень популярный бизнесмен. Да. Я медийная личность? Да. Я что-то произвожу? Да. Да. Что я могу производить? Пенисы, блядь. Это связано с едой? Нет. Нет. С водой? Нет. Нет. С машинами? Да. Да, 50-50. Да. С машинами не связано? Я не знаю, скилл, блядь, скилл вопрос. Я не знаю. Джеки Чан? Нет. Нет. Артур, давай. Илон Маск? Да. 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 Так, там было 45. Бля, ебать злой, так знаете, отвернул взгляд, где у него монитор, блядь, и ответил нахуй. Это было настолько подозрительно. Это был Илон Маск, но так как было 45 секунд или 46, а у девочек 47, то девочки все равно выиграли на 1-2 секунды в этом конкурсе. Схуяли! А если бы злой не пиздел, то мы бы еще меньше времени заняли. Это так же не работает. Я просто не понял, сколько Артур, блядь, на маску пришел, пиздец, вообще прям не понял. Слушайте, вы нас выигрываете на 2 очка, что немного есть медиа-личностей популярных, блядь. А Илон Маск бизнесмен. Он же машины не... Тиньков, блядь, что ли, нахуй? Чат, там было, если даже 47 было у парней, то я случайно переключался на другой моник, и там завис таймер, так что все, блядь, нормально. Блядь, вы заметили, что этот... Я на одну секунду, блядь, перескил этот. Третий раз нам руине. То с Плутоном, нахуй, то, не блядь. Не пизди, долбоёб, блядь. Еще с кем-то еще. У тебя есть счет 9. Артур, вы выигрываете, ты че выигрываешь? А, тогда, Рома, хорошая организация, все. Извини, что напиздел. Ром, извини. Я чекну по клипу, еще раз чат объясняю. Когда он угадывал, я случайно переключился на второй экран, и таймер остановился на 2-3 секунды. Поэтому все честно, девушки в этом конкурсе выиграли, и у нас бонусный вопрос. Как же чат не хочет, чтобы девочки выиграли? С этой женщины стесняется перед людьми использовать матерные слова. 90. Сколько процентов женщин не стесняются перед людьми? Блин, Михаличка, я с тобой не согласна. Так это я так отбросила. А, стоп, сказала. Не стесняются. Нет, да. Стоп, я думаю, где-то 80. Ну, не 70. Да, 75. Мне кажется, все 100, блядь.
Да. Ну, не знаю, ты сказала 90, но... Давайте, просто если только брать... девочки есть еще. Да, просто кажется, если брать с тем же жильем, это мы такие, типа, нам похуй. Mm-hmm. А есть же другие девчонки, так что и где-то 70. И не все скажут, да, на опросе, типа, нет, мы стесняемся. Но мне кажется, процентов 70 точно. Хотя, или 65. Хотя, мне кажется, по опросу там опять сейчас будет, блядь, 55. Да. 50, вот, как да давайте 55 возьмем. 55? Ну реально, это мы так думаем, а на самом деле там все отвечали, нет, мы стесняемся. Сколько процентов женщин не стесняются перед любимым использовать матерные 55, слова? 55 пускай, да, будет? 55? 55, да, пофигу. Хорошо, я выбираю 55. Тут они не застесняются. Поехала. Поздравляю! Суки, поздравляю! Так, заебись. Супер. Молодцы, блядь. 9-4. Так, как, если я не ошибаюсь, у нас предпоследний сейчас раунд перед финалом. Рома, сколько в финале очков дают, чтобы выиграть? 6 можно получить, можно получить. Ой, не, а нет, за победу 6 в последнем дают. То есть, кто больше, ебать, тот больше очков получит. Да хуя, вот. Так, хорошо, смотрите. Раунд Элиас. У нас участвуют все, у нас участвуют парни и девушки, тоже открывайте все свои лички. Я вам буду скидывать слова. Определять сразу, кто первый говорит, то есть мы будем по очереди идти, но каждый из каждой команды будет участвовать. Знаете, как Элиас работает? Нет. Да. Ну, конечно. То есть вы объясняете слово, не говоря однокоренные, команда угадывает, и вы переходите давай сразу к следующему слову. Я могу смотри, начать. Только одно но. Если вы не знаете это слово, вы идете все по очередности, то есть от первого до последнего. Если вы не знаете это слово, значит вы говорите skip, и мы к этому слову больше не возвращаемся. Ну мы типа списком по очереди каждый или как? Ну вы выбираете, например, давайте девочки начнут, кто из вас будет первый? Я буду объяснять, они будут угадывать, да? Да, потом кто-то другой всё, будет давай. Объяснять, давай и так. Ты будешь угадывать. Вишня, что-то очень тихо слышно, или мне кажется? Меня да. Тихо слышно? Не знаю. Ты еще тише стала. Меня на фоне. Давай микрофон. Я попробую первую тогда угадать. Пойду. Ну, я буду. Не, я вам буду объяснять, а вы будете угадывать. А, мы вдвоем. Вы все по очереди будете, тут без разницы. Кому первому скидывать? Вы рофлите, пишут минус суши. Тебя очень тихо слышно. А че у тебя чат открыт? Ну я сейчас открыла, он уже ничего нету еще задания. Тебя пиздец вообще не слышно. Парни, кто из вас первый? Давай скиллзор пускай отгадывает. Давай. Вы все будете по очереди, просто кто первый. Не, говорит. Пускай скиллзор объясняет, блядь. Да, хорошо. Да, да, он давай, начнет. Давай, давай. Все так. Будут объяснять, брат. Смотрите, у вас... Нормально все нас... слышно, да? Нет. Ну забей, ну терпимо. Ну тебя тихо слышно. Ну ты можешь меня прибавить у себя. Ну ты на 150, Ань. Так, Дима, все, смотри свои слова. Так, стоп, объясни еще раз. Надо все вот эти назвать, да, сейчас? Да, по очереди. Не назвать, а объяснить. Там ничего, Дим, что оно я как-то понял, разделились эти слова? Ты все понимаешь, да? Ничего страшного. Хорошо, да, смотри, от верхнего до нижнего, не меняя последовательность, и этот. И если ты не знаешь слово, говоришь skip. Готов? Я скажу, когда время начнется. У тебя будет минута. Да, да. Я никакую роль сейчас жоже не буду давать, потому что меня и так все лагает нахуй сейчас. Все, ты готов? Да. Так, начинаем. Погнали. Человек, который, может совершить... Герой? Короче. Нет, нет. Преступление, преступник. Да, только по-другому. Ну, другое преступление. Враг, не просто знаю, преступление, злодей. А... Объясни по-другому, скилл. Убийца, насильник. Правильно, дальше. Ну, правильно. Короче, поле, и надо... Перекати поле. Нет, нет, блядь, на листках поле, и там надо отгадывать буквы. Морской бой. Кроссворд. Нет, буквы, правильно, да. Правильно, кроссворд. Блядь, хорош. Разговаривай, когда разговариваешь, короче, тихо. Как шепотом. Да. Да. Только, ну, шепот. Да, да, да. Блядь. Да, все правильно. Принадлежности, короче, куда ложат в школе. Пенал. Да. Дальше, быстрее. Ты выходишь куда? На улицу, в подъезд. Ага, да, все. Так, блядь. Короче, человек, если чувство к тебе испытывает, и ты что-то там любовь, накосячил, допустим. Имя. Нет, накосячил, и у него к тебе что? Презрение, ненависть. Злость. Нет, чуть-чуть помягче. Обида. Нет, еще чуть-чуть мягче, блядь. Ну просто это чувство, ну, блядь. Скипаем? Да, ну давай скипаем, ладно. На погонах что? Звание. Нет, сам. Звезды. Ладно, просто на форме. Камуфляж.
На форме просто, блядь. Погода, значок, допустим, что значок, это? Значок, блядь. Да, звание, по-другому звание, только чуть звание. Не звать. Нет, еще по-другому. Так, все, время вышло. У вас пизду. Что там? Что там? Была нашивка. Ну, там нашивка, блядь. Так, была нашивка у нас. Крахмал, вуду и портной. Так, хорошо, девочки. Так, парни получили сколько баллов? Получается, тут двое могут угадывать. Бля, модры, можете нахуй сообщать по спаме? Блядь, склон меня заебал. Да? В натуре заебали своим жожа, блядь. Да, ебучим. Я... Сколько у нас было? Пять или... Пять, хорошо. Да, они угадали. Хорошо, девочки, кому я первому скидываю слово? Давай мне, давай я. Сейчас. Блядь, упала. Упала залупа. Я даже музыку выключил, чтобы послушать, как прекрасно будет скилзовать. Так, Аня, вот твои слова, давай 10 секунд на ознакомление, и я начинаю. Все по порядку, если не знаем слово, говорим скип и... Идем дальше. Сейчас. Скажу, когда начинаем. Девочки, вы готовы? Да. Давайте, погнали. Сейчас, подожди, подожди. Короче, туда корабли швартуются. Порт. Правильно. Туда наливают бензин, чтобы заполнить бак. Колонка. Машина. Нет, когда нету колонки. Они во что наливают? Нет, канистра или что? Правильно. Когда ты на море уплываешь далеко, и на чем ты плаваешь, лежишь? Батут, круг. Круг, матрас? Жилет. Да, все правильно, матрас. Когда ты приходишь в цирк, и тебе там клоун. Волшебник показывает... Фокус. Правильно. Так, ты на корабле, и ты держишься за что? Когда управляешь... штурвал, за штурвал. Правильно. Очень кислый добавляют в чай. Лимон. Лимон, правильно. Да. Лайм. Самый гений в классе или там... Вундеркинг. Его еще... Отличник, отличник, отличник. Нет, его еще называют... Ботаник. Ботаник. По-другому. Вундеркинг. Ботан. Нет. Задрот. Зубрила, зубрила, зубрила. Нет, 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 проще, проще. Скип, скип, скип. Так, когда ты хочешь сбить цену? Ты на рынке приходишь, торгов, что ты делаешь? Торгаш. А как это называется просто слово, как? Торг. Правильно. Торг. Так, я так много слышу тебя, как пиздец. Так, это скип. Когда ты замерзаешь сильно, что с тобой происходит с твоими конечностями? Замороз. Обмороз. Только по-другому. Обморожение. По-другому. Ну, когда все еще... не успели. А как это? Что за слово? Оледенение? Такое есть вообще? Да, брат, в русском есть. Смотрите, ребята, я вижу. Кидай мне. Так, у нас порт, канистра, матрас, фокусник, штурвал, лимон. Умник не торт. Угадали, теплотехник. Да, было 7 слов, но было такое, что фокусник не объяснили, сказали фокус. Я спрашиваю у вас всех, или мы засчитываем? Было слово фокус. Да засчитывай, похуй. Засчитываем, мы тогда 7. Хорошо, короче, тогда... не угадали умника, кидай теплотехника мне, и оледенение. Артур закроет эту партию, ебать. Изи нахуй. Хорошо, сейчас кидаю. Да. Готовы? Я готов. Да. Давайте, раз, два, три, время пошло. Короче, это из облаков идет, он еще такой крупный, падает, твердый, по град. Машинам еще бьет. Град! Найс. А когда идет дождь, ты встаешь под что, забегаешь? Под навес, зонт, под дом, под крышу. А, у кепки еще спереди торчит. Козырек, козырек. Найс. А на шубах, короче, из чего шубы делают? Мех. Шерсти. Да, из меха, найс. А жанр фильма такой, типа, триллер, с космосом ужас, связано. Марвел, Марвел, это что? Фантастика. Найс. Учитель преподает, он еще рассказывает про события, которые давно были там в 18 веке. История. Найс. Вы давайте мыльный что? Пузырь. Пузыри. Найс. Скип. И в ресторане такой огромный, он как рак или краб, только еще омар, больше. Омар, лобстер. Найс, да, лобстер. Где животных в загонах держат, типа такие редкие животные, к ним еще нельзя попасть, они там охраняются. Зоопарк? По-другому. Приют, не приют, а это, блядь, красная книга, ну, блядь, не приют, заповедник. Да, найс, лучший, блядь. И человек, который всем так очень жестко отвечает, прям он хочет... Прямолинейный. Не-не-не, прям жестко, сейчас, от слова, блядь, не могу сказать такого слова. От слова жесткость, короче. Ну, не от этого слова, это связано с жесткостью. Агрессивный, настойчивый... Первая буква, как у слова грипп. Да, грубый. Блядь, да, ну, да, ну по-другому. Какой человек?
Почему можно грубый, так? Первое грубый. Слово, как у ну, человек, грязный, ну, да, блядь. Ты правильно говоришь, правильно сказал изначально, Артур. Ну, ладно, все, грубиян. Ну, блядь, да так почему не так нельзя? Грубиян. Первая буква, как у слова, ну, вторая буква, как у слова, блядь, все это. Ну, блядь, не знал, как так, грубиян. Так, смотрите, град, козырек, мех, фантастика, историк, пузыря, пузырь, блядь, лобстер и заповедник. То есть у нас 8? Нормально. 8 слов. Нормально, нормально, нормально. Так, девочки, сейчас Артур закроет партию, ебать. А, там Арину пофиксила? Давай. Вверх-вниз не скип... этот... Не пропускай слова, если мы пропускаем слово, то говоришь скип. Сейчас, секунду. Вебка лагает, какая вебка лагает? Я Арина. А, у Арины вебка. Арина, выключи, включи опять вебку, у тебя она что-то залагала. Боже. А, блядь. Ну просто топ-кадр. Ну давай. Так, блядь, это надо пофиксить. Ладно, главное, что... Ну да, у нее прям... О, блядь, блядь, у меня, короче, чел, короче, каждый день заходит и просит бан на 24 часа. Ну давай, дядь. У него уже 6 отстранений. Раз. Два. Три. Это там, где консервируют помидоры, огурцы, как это называется? Да, еще когда ты это делаешь, люди постоянно повторяют, непонятно почему, вот это действие, оно происходит изо рта. Чихание, зевок. Да, еще на церквях всяких есть такая штука вверху, как крест. Да, скип, когда ты простудился, у тебя что? Кашель. Нет, в общем, как это называется? Простуда, ОРВИ. Я не слышу. Нет, в общем, как это? В общем, все. Как болезнь? Это? Да, болезнь. Да. Есть понедельник, есть вторник, а есть? Среда. Да. Блин, скип и второе слово тоже скип, непонятно. Когда ты, типа, не хороший, не плохой, а средний. Как это называется? Нормальный. Нейтральный, нормальный. Да, да, но только по-другому. Другое слово. Другое слово. Нейтрализация. Нет. Ну, типа, вот корень, да, и там другое окончание. Нейтрал. Нет, чуть-чуть дальше. Крип. Нейтральный. Нейтральный? Нет, блядь, чуть-чуть не то. Блин, ладно, нет. Следующее. Человек, который... блядь, это же коренные. Человек, который ищет, и у него такая профессия. Как это называется? Детектив. Детектив. Нет, по-другому. Так. По-другому. Так, для начала, хорошо, смотрите, для начала, да, Арина, у тебя... Я их вообще не слышала. Да, Арина, у тебя с микрофоном какие-то проблемы и с вебкой, позови, пожалуйста, Дашу. А, во-вторых, крест... Она нормально слышно? Крест это не купол. Ну, у меня тебя нормально слышно. А какой купол? Она сказала, они сказали купол. Я говорила крест, а Арина сказала купол. Они сказали, Арина у меня лагала, и у чата тоже, хорошо. Да-да, я сказала крест. Хорошо, у нас по итогу банка, зевок, купол, болезнь. Болезнь, среда. Среда. И все. А, ну да, и все. И нейтральность. Я не могла сказать, объяснить слово так, нормально. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, пять слов. Так, Арина, у тебя там пофиксилось? Может, я просто далеко от микрофона была? Есть ну, такое? Наверное, просто да. Просто очень хуёво слышно. У тебя просто еще и вебка лагает. Да. Вебка вообще у меня просто слайд-шоу. А Даша есть у тебя? Раз, два, три. Давай! Раз, золотая такая. Два. Золотая чаша. Цепь. Цепочка. Правильно. Нормально. И мы опять играем в любимых. Только перед этим были слова. Вдох, выдох. Вот, первое слово. Вдох. Есть, готово. Я вот это тебе хочу за 200 гривен. Продать. Продажа. Правильно. У Михалины вот здесь. Блять. Пирсинг. Правильно. На кольце, блядь, такой сияет еще, ёбнешься. Очень красиво. Алмаз, бриллиант. Правильно. Конор Макгрегор вот постоянно. Походка. Только он просто, типа... Движение. Идёт. Другое выёбывается. Начальное слово. Другое начальное слово. Ладно, похуй. Винтовка. И ты смотришь куда? Прицел. А по-другому, что это? Прицеливаться. Не-не-не-не-не-не, что это такое сверху? Охота, брат. Не, прицел это понятно, а что? Мушка, что? Ружье, мушка, блядь. И все, понятно. Блядь, оптический прицел. Правильно, первое слово, только... Оптика. Правильно. Вышел на сцену, поешь, но не ты поешь. Фонограмма.
правильно, даешь детям, допустим, там... конфету. Да, даешь, но оно такое, слово ёбнутое, по-другому оно говорится. Дарить, подманивать, отдаёшь, даришь. Подарить. Ладно, похуй, next. И потом ластовое слово, типа, манеры у тебя. Речи? Культурный, культурный. Правильно, правильно. Ты долбоеб, там катапульта пишется, блядь, какой культурный, нахуй. Блядь, кого закинуло, нахуй. У него постоянно такое, блядь, слова не так читает, блядь, что писает. Цепочка есть, док есть, продажи есть, пирсинг есть, алмаз есть, ходьба. Нет. Нет. Оптика есть 6, фонограмма 7. Ходьба есть. Ходьба ты скипнул? Нет, ходьбу не угадали. Угадали. Ты скипнул. Угадали ходьбу. Скипнул. 7, ты пытался объяснить, там что-то не то было. Не, ну с ёбнутого слова я выпал, пиздец, блядь. Катапульта, блядь. Гостиниц, ёбнутое слово вообще, блядь. Так, 7 баллов, смотрите, девочки. Чтобы выиграть в этом раунде, вам надо отгадать 15, 20. У них 20 сейчас, у вас 12. То есть 9 слов вы выиграете, 8 ничья. Сколько у нас слов? Давай, Ариночка, мы верим. Арина, все зависит от тебя. Тебя не слышно, Арин. Я говорю, не только от меня, вы тоже угадываете. Не-не, только от тебя, Арина, все на тебе. Только от тебя. Да пизда просто, нет. Можете смириться с проигрышем. Да что такое? Нет. Давай, Ром. Так, я тебе скинул слова, давай 5 секунд подготовиться, и мы начинаем. Так, давайте. Готово? На счет 3. 1, 2, 3. Низ. Собака и кошка, это что? Животные. Правильно. В ружье вставляется пуля. Нет, по-другому. Но правильное почти. Да. Патрон. Патрон. Да, все правильно. Я сейчас скажу, какое скип слово. Значит, такой человек, вот трава, деревья. Блять, пиздец, нет, не так. Блан. Скип тоже. Скип — это однокоренное. Есть в картах есть король, а есть дама. Туз, дама. Туз. Правильно. Пожар чем уничтожают? Водой. Вода. Пена. Пена. Предмет. Чем уничтожают? Гидран. Нет. Шлангом. Шланг. Нет. Труба. Вод... Короче, next. Пиздец. Ой, блядь, тоже скип. Пиздец, что за слова? Есть еще, короче, у людей, вот в нации, я не знаю, там в семье свой... Человек. Традиция? Нет, вот как традиция, да, только стиль такой свой. Стиль... Еще говорят, вот у них такой... Такой что? Вот у них такой... Такой... Не знаю. Обычай. Обычно, наверное. Нет. Родиться. Говорят, еще нужно скинуть. Так, ну все. Время закончилось. Баласт. Нет, просто да, балласт там был. Так. Лесник, как скинуть керосин? Как объяснить лесник? Вот скажите, который охраняет лес. Лес, нельзя говорить лес. Осуждай, что осуждать, блядь, ничего не было, блядь. А, человек, который. А, ну да, это тяжело, блядь, лесника объяснить. Сейчас 12 баллов, тушить. Плюс бонусные вопросы. Сейчас давайте сконцентрируемся на этом. А какой счет, братанчик? Ну, 12-4. Сколько процентов мужчин стесняется носить на работу ланчбоксы с обедом? Ой, бля, да хуя я тебе скажу. Да, ну, потому что, я объясню почему. Потому что если мужчина приносит ланчбокс, как правило, он показывает тем, что у него есть жена. Обычно мужики на работе не хотят, чтобы знали, что у них есть жены, чтобы они ебали своих коллег. Нихуя, это так работает. Нихуя теория. Нихуя себе. Бля, это может быть, значит. Не, есть такая хуйня, серьезно. Да хуй знает, ну, блядь, 30% Марк сериалов пересмотрел, забейте. Не, это просто ты думаешь, что сериалы так по факту работают. Да. Надо начать готовить. Какие приколы. Мы все знали. Какие-то приколы. Бутерброды какие-то, блядь, колбасу туда насунули. Все, давай жри, чтобы все знали, что я делаю. Ну так что, пацаны? Ну... Мне кажется, тут не будет много, блядь. Да, я тоже думаю, не дохуя. Ты что думаешь, злой? Я думаю, что процентов 40. 35-40, да, я тоже. Где-то так. Да, 40. 40? Да, у нас Артур за проценты отвечает, 40. Давай. Найс.
Хорошо, блядь. Просто легко для... Хорош! Изи. Так. Изи, блядь. Да, кстати, чат, вы бы стеснялись? Вот я никогда не стеснялся этот ланчи в школу носить. Мне кажется, наоборот, типа тебе дома приготовились. Так одно дело школа, а другое дело на работу, а там, братан. Блядь, покупать, а у тебя там девочки в юбочках жопой ходят, блядь. Да где там у тебя все равно девочки не в юбочках? Так в школе, бля, тоже почему у тебя две на вебке, ебать? Че у тебя с вебкой у меня? Это у тебя. Ну что, бля, еще будет раунд? Да, уже финал, обмен ролями, смотрите, правила очень просты. Девочки, смотрите, у нас есть 6 предметов и 6 слов. Девочки должны сопоставить эти предметы. Кто больше сопоставит правильно, потом будет у парней другой раунд, тот и, по сути, получает 6 баллов. Ага, 5. 6 баллов, конечно, не спасут, не придутся с уже к победе, но могут скоротить разрыв. Гроза — это вот вторая. Только вы заранее, смотрите, девочки, вы заранее все это обсуждаете. Говорите мне потом все ответы, чтобы мы потом не меняли их по ходу. Окей, понимаете, смотрите, да? Я знаю из PUBG, что гроза... Это все игрушечный чат, конечно. Это право второе, это гроза. Угу. АК-5, АК-47. Так это изи, блядь, я PUBG. Скарель это в правом ряду самое последнее, это Скар. Гроза это выше. Это 100%. Пацаны, что думаете, у вас будет? Я знаю все эти оружия, дядь. Противоположное полностью будет у нас. Ну, что-то для я девочек. Знаю все эти оружия. Не знаю, я слишком сложно, я не знаю. Так, давайте у начнем будто... с того, что... Можешь сразу, второе, это гроза, это правое... Мы отвечаем, да? Да. Сразу да. Сократите, чтобы вам проще было. Второе гроза, да, есть... и последнее... Где второе гроза, где второе? Правый столбец, второе, это гроза. Посередине, правое, второе, хорошо. Да, так, следующее, 1, 2, 3, 4, под грозой... Посередине? Это... Гроза. Да, это гроза. Ниже это Скар. Шестой или пятый? Ну, то есть справа или снизу? Шестой. Последний это Скар. Последний это Скар. Хорошо. Остается 4. Первое это, по-моему, либо АК-5, либо... Я впервые вижу такое. Такие приколы. Где пистолетики обычные? Пистолетики. Да. Первое, вот первое, это что-то типа, мне кажется, первое. Третье, там лук можно. Это АК-5. Третье, это АК-5. Я думаю, так. Засчитываем, пишем. Либо первое, нет? Думаешь, третье? Нет, первое, смотри, ну... Первое напоминает... Нет, наоборот, как калаш, типа, есть АК-47. Это типа... М-ку больше напоминает. А мне первое, наоборот, М-ку напоминает, а третье напоминает... Ну, М-ку, да. Я говорю, первое это М, на М-ку похоже. А третье на калаш похоже. Да. А я... Ну, давай, третье АК тогда, АК-5 будет. Угу. Вот четвертый это какой-то, блядь, пулемет или что это, я не... АК... Марк, у тебя игра. Мне кажется, что последнее это какой-нибудь Абакан, вот мне почему-то так кажется. Да, такое название. Последний типа, справа? Справа. Нет, который пулемет, правый столбец первое, вот на этих, на ножках стоит. Мне кажется, это какой-нибудь Акабан, не знаю. Стоп, я про второй столбец второе говорю. Что это нет, Абакан. Это гроза 100%. Это гроза, точно, стоп. Сука, стоп, Марк. Стоп, я короче. Ну давайте. Гроза. Вы уже выбрали гроза, АК-5 и Скар. У вас осталось. Да, у нас осталось 89 G38. Мне кажется, холотайп это либо первое, либо предпоследнее. Вот. Делайте, как чувствуете, вот к чему сердце принадлежит. Я вам помогаю. Так, а мы выбрали, что вот это на ножках, это Акабан, да, на ножках? Уебищно, Марки. Ты видел, нахуй? Да пиздец. Так, девочки, давайте. Короче, я думаю, что Хова Тайп — это первое. Первое, да? Самое первое слева. Да. Еще и 89, блядь. Так, я засчитываю, хорошо, давайте дальше. Второе, что вы думаете, вот это с палочками хуйня, это что? G38. А мне кажется, это Абакан. А на ножках что это? Ну, вообще, это винтовка, правильно? Правильно. Ну, винтовка. Ну, винтовка это.
И... Винтовка, логично. АВП? Нихуя себе. АВП? Нет, это не винтовка. Это тут все винтовки, наверное. А, ну, ну, короче, ладно, я в своем мире, у меня свои винтовки. Топ-чамп. Короче, мне кажется, что это Абакан. Второе? А, почему? Да! С ножками? Да. Хорошо. Ну, да, да, мы сразу сказали, с ножками это Абакан. Да скибись! Все, ну и тогда получается, Г-38 левый... это 5. А ты не хотел бы сюда таймер тоже поставить? А ты бы не хотел пиздак завалить? Блять, Артур, ты не хотел бы пиздак завалить? Все, знаю. Давай, смотрите, короче, первое слева, это у вас Hova Type 89. Первое справа, да. Это у вас Абакан. Да. Да. Второе слева, у вас АК-5. Да. Четвертое, да. Ну, то есть второе справа, это Гроза. Это Гроза, да. Первое справа, в треть, ну, третье справа. Ой, блядь, ну, понятно, стоп, третье слева, это, короче, у вас Г-38 и Скар, вот последний. Это Скар, да, на похуй. Хорошо, хорошо, внимание на этот, блядь. Давайте. Полетело. Я вообще не разбираюсь в оружии. А, нет. Так, да, мы Абакан, и Hova Type перепутали. Нет, мы еще. Не, ребят, у вас тут только, как я понял, только два правильных. Только Гроза и Скарель, который я назвал. Который есть в PUBG, да, блядь? Блядь. Это так сложно. Так, хорошо, вы получаете 2 балла за это задание. Марк нахуй получит пизды сейчас. Выйди из игры и все, смотрите. Вы получили 2 балла. Да, и парни, для вас задание намного... Да, Марк, я дома осталась, чтобы, блин, в шоу участвовать. Ты не можешь, блядь, до конца досидеть. Так я сижу, в смысле? Парни, отвечали. Пошло. Да он уебок, блядь, я его рот трахал. Бля, такой буллинг ебаный, вы отвечали просто, я сейчас разъебу. Так сиди, играй без экрана, что за неуважение? Пацаны. Я маму сейчас позову, блядь. Я Рому уважаю всех участников, блядь. Не давайте, пиздите. Отвечайте, блядь. Блядь, так это изи, лол. Давай. Давай. Я, не знаю, да. Я раньше... это третий... Я раньше флавером работал. Давай, давай, пошел. Давай, брат. А первый это ландыши. А, чё? Ландыши это третий, блядь. Ой, третий, блядь, не туда. Третий это ландыши. Третий это какой? Вон, красный? Типа, ну, нет, первый, в первом, короче, столбце третий. Ну, то есть, получается, блядь, да, пятый. Да, последний, белый, который снизу. Да, да. Третий слева. А, незабудка, это первый. А, гортензия, да, это второй. А, мидилмис, не знаешь, что такое, методом исключения можно. Мединилы, это последний, блядь. Прям справа, слева? Да. Незабудка, это где? Это первый, брат. А, последний, прям, Ром, с самого правого нижнего углу, последний, красно-желтый. Ну, мединил. Да, все верно. А, что осталось, что осталось? Третий, четвертый, то есть, третий это красный, вот эта хуйня, и четвертый возле нее. Не-не, по названиям, какие названия? Ну, стоит? Типа, мидлимист вот это. Мидлимист и, получается, ландыш? А, нет, ландыш есть, глориоза. У меня... А, ей Глориоза. Так, Глориоза это второй... Вторая... вторая строчка второй. И, ну, логично, мидлимист или что-то мединило осталось, это третий вроде, да? Не знаю, мне кажется, почему... Так, хорошо, смотрите. Первый слева у вас Незабудка. Да. Первый справа у вас Гортензия. Да. Красная хуйня это мидлимист у вас. Справа от красной хуни это Глориоза у вас. Все верно. Пятое это, то есть третье слева это у вас ландыш. Все верно. И возле ландыша мединила, вы говорите, да? Да, я флавером работал. Верно. Я работал флавером, я флорист. Я же сказал. Изи нахуй. Изи, ни одной не ошибся, блядь. Серьезно? Ошибся, конечно. Он нижний назвал мидлимист, а там Глориоза написано. Да, Глориоза это четвертое у него было. Ну, разок перепутал, блядь. Три ошибки. Он что, меня наебал, что ли? Не, я флавером работал, это инфа у него хуёвая. Он угадал только Незабудку, Гортензию, ландыш. Так, Незабудка, Гал. В смысле только, ебать, а вы сколько оружия отдали? Не, стоп, а мидлимист он тоже угадал. Так мы не работали в магазине. Стоп, мидлимист он тоже угадал, то есть 4, да? 2 ошибки. Я всех наебал, я не работал флавером, но тем не менее один из лучших, блядь. Ты чё, ёбнутый? Я бы лучше, блядь. Брат, ты видишь вот эту хуйню? Этой рукой я флаверил цветы, блядь. Да, это хуйня, реально. Этой рукой ты дрочил, брат. Нет, нет, я флаверил, блядь. Я флаверист. Так, ну все, ребят, счет у нас 19-4 в пользу девушек. Спасибо. Спасибо.